Медиашкола «СМИ будущего» развивает детско-юношескую журналистику, воспитывает будущих профессионалов. В этом году обучение в ней стало еще интереснее. Теперь ребята могут выбрать свое направление, чтобы заниматься любимым делом. Их всего три – журналистика, фото- и видеосъемка и социальные медиа, медиамаркетинг. В этот раз занятие прошло для будущих мастеров фотосъемки. Профессиональный фотограф рассказал им о тонкостях фотоискусства. Фотография как одна из возможностей творчества, вот, она очень интересна и познавательна. Вообще расширяется и кругозор, пока начинаешь фотографировать. Помимо этого, ты становишься более визуально подкованным. Ты просто смотришь и замечаешь некоторые моменты, которые просто обычный человек это не замечает. Вот. Это очень интересно и развивает визуальность у ребенка. Ну, я и уже второй раз прихожу сюда. Мне очень интересно поделиться потом со своими друзьями, с близкими, с родными, чтобы им рассказать, что я видела. Сейчас в медиашколе «СМИ будущего» обучается более 300 ребят, которые хотят связать свою жизнь с журналистикой. И организаторы делают все для того, чтобы помочь детям воплотить эту мечту. Следующее занятие состоится в декабре для учеников направления «Социальная медиа, медиамаркетинг».